Во время 9-го внеочередного заседания Совета депутатов Ленинского городского округа народным избранникам предстояло принять важные для муниципалитета решения. Первым вопросом повестки дня было утверждение новой структуры административного управления. Теперь в округе появится 9 территориальных отделов. В процессе рассмотрения у депутатов вчера возникли предложения по наименованию отделов. Я так понимаю, что они учтены в новом проекте решения. Были даны ответы о том, как мы видим и где будут находиться эти территориальные подразделения. Ну и, кроме того, принципиально было предложение о том, чтобы соединить территориальные отделы совхоза имени Ленина и Развилка в единой в связи с историзмом. Это не вызвало никаких у меня противоречий с точки зрения экономики, с точки зрения управленческого функционала. Поэтому вот это доработанное решение выносится сегодня на рассмотрение Совета депутатов. Решение было принято большинством голосов. Другой важный пункт повестки – освобождение от земельного налога владельцев коммерческой недвижимости, снизивших арендную плату для предпринимателей, чей бизнес пострадал в условиях пандемии коронавируса. Освобождаются от уплаты земельного налога организации, на балансе которых учтены здания или помещения, используемые для размещения торговых объектов, в том числе торговых центров, комплексов, а также объектов общественного питания и бытового обслуживания, далее объекты недвижимости, при условии снижения данными организациями всем арендаторам помещений и площадей, деятельность которых приостановлена в соответствии с постановлением губернатора Московской области. Кроме того, арендаторы недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, получат отсрочку по арендной плате. Арендатор сможет погасить накопившуюся задолженность по арендной плате в течение 2 лет поэтапно, не чаще 1 раза в месяц, с равными платежами, которые не могут превышать 50% от ежемесячной арендной платы. При этом ему предоставляется возможность при наличии финансовых ресурсов данную задолженность погасить единовременно. Данные льготы будут действовать минимум 4 месяца – с 1 марта и до окончания режима повышенной готовности. Решение было принято единогласно. Такие действия властей продиктованы нынешними реалиями и позволят улучшить экономический климат на территории муниципалитета. Сегодня также принято достаточно знаковое решение Советом депутатов в части отмены земельного налога арендодателям, которые пошли на уступки малому и среднему бизнесу и снизили свои арендные платежи не менее чем на 50%. Также мы приняли сегодня решение по отсрочке арендных платежей за муниципальное имущество. Чтобы получить льготы, предприниматели должны подать заявление в администрацию округа. После завершения заседания был поднят вопрос о неучастии в работе Совета депутатов некоторых народных избранников. Было принято решение направить запрос в комиссию по этике о причинах их отсутствия. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.